январе следующего года будем отмечать 20-летие. Ну, говорят, что-то в Ульнице не видно, видимо, как коллектив распался. Никуда мы не делись, никуда мы не распались. Мы работаем и работаем хорошо, лучше, чем работали раньше. Растет богатство нашего репертуара, вот. Потихонечку меняются люди, коллектив омолаживается, и это хорошо. Вот. Мне это очень нравится. Приходят ребята способные, талантливые, поэтому работать мне здесь очень приятно. Так что мы живем и здравствуем. В ближайшем будущем, именно 26 апреля, у нас ожидается сольный концерт. Концерт будет проходить в киноконцертном зале «Пенза». Вот. Просим, добро пожаловать. Программа будет, я думаю, интересная. Вот. Будет это в основном современный уже, как бы сейчас народный, немножечко мы стали поменьше петь песен, потому что появилось много в репертуаре современных казачьих песен, написанных авторами нашей, значит, нашего города, а также других городов. Поем очень интересные городские, современные городские романсы, так же, как и старинные, не забываем, из своего прошлого репертуара. Вот. Ну, как-то у нас в традицию вошло после моего юбилейного концерта 3 года назад. Это песня советских композиторов, советской песни 70-х, 60-х, 80-х годов. Так вот, мы тоже обновляем вот этот вот блок свой. И будет обязательно несколько песен вот из этого жанра, то есть эстрады 70-х. Вот. Естественно, обработанных как бы вот в нашем жанре, в ансамбле «Вольница». Вот. Ну, довольно-таки, я думаю, интересно должно быть. И казачья эстрада заканчивает, как всегда, наш концерт. То есть вот такой вот где-то почти двухчасовой концерт, концертная программа. А как концерт будет называться? Концерт называется «Время мчится». То есть, дав понять, есть такое произведение у нас. И, то есть, мы тоже не стоим на месте, мы вместе с временем мчим свой репертуар, вот, мчим самих себя, как бы. Ну, короче, двигаемся в ногу со временем. Да, это тоже мы не обошли. Есть у нас в репертуаре несколько песен, но я думаю, одну-две мы исполним обязательно. Вот. Чтобы концерт как бы не посвящен был вот этому, да, ну и как бы и мимо этого мы все равно не прошли, так сказать, потому что я чту память своих дедов. У меня дед, отец моего отца, погиб в 1942 году, пропал без вести, и многие другие родственники, вот, которых я знаю по рассказам, естественно, по фотографиям, так как я рожден в 60-х годах. Вот, естественно, я их помнить не могу. В общем, вот такой вот. А сколько номеров будет? Номеров где-то, 26-28, вот так. И последний вопрос. А сколько вот сейчас вольница людей? Нас сейчас, если считаем, как мы на гастроли выезжаем вместе с оператором, не считая администратора, то 5 человек. На сцене у нас сейчас 4 артиста. Мы ищем себе, кстати, певицу. Уже 2 года не можем найти себе сопрано-певицу. Приходили всякие голоса. Либо они как бы вот, не знают нотной грамоты, либо они не умеют двигаться, либо они по фактуре не подходят. То есть нам нужен человек вот именно для нашего коллектива, чтобы он был во всех ракурсах, так сказать, в общем, нужен нам. Короче, вот так фактически вот. Сейчас 4 человека. Сейчас 4 человека. Вот. Но хуже от этого не стало. Калина грустная,